почему мы делали лучшие танки всегда, всю жизнь, и ни разу не могли сделать приличной машиной легковой? Ну, вы не, поскольку вы моложе, поэтому вы не знаете, что, например... Что, Победа? Победы нет, машины нет. Ну, например, советские фотоаппараты очень высоко котировались. «Зенит Е», часы советские, бытовая техника. Кто сейчас об этом вспомнит? Там, в 60-е годы. Это было, иностранцы раскупали вообще. Очень умело ушли от разговора про машины, потому что машин мы так и не делали. Машины не делали, а что? А вот американцы, они просто полностью доминировали. Сегодня как раз мы с водителем с моим ехали, говорю, ты найдешь хоть одну американскую машину на наших улицах? Ни одной не нашли, ни одной не увидели. Это страна, которая просто доминировала в этой области, там, еще в 60-е, 70-е годы вообще весь мир был наводнен. Сейчас ты и в Европе не найдешь американских машин. Ну, как это, у кого? У Маркса, да, было? Нет, у Ленина. Неравномерное развитие. А может это... Ну, я имею в виду, все возможно. Все возможно. Главное, чтобы, голова была, и чтобы руки были, и чтобы был правильный подход, и верить в успех. Поэтому нет ничего невозможного.